Мы уже рассказывали вам о волонтерах, которые решили благоустроить территорию нового детского инфекционного корпуса в Самаре. Но добрых дел много не бывает, решили они, и отправились помочь еще и другой большой клинике. Репортаж Камилы Ткачевой. В прохладное апрельское утро на центральной аллее областного госпиталя для ветеранов войн оживленное движение. Здесь очищают территорию от осенней листвы, а неподалеку сажают кустарники. Создать уют, создать красоту, навести должный порядок, чтобы наши пациенты, участники ветераны боевых действий, в окна могли лицезреть это и выходить на прогулку для того, чтобы получить духовное эстетическое наслаждение. Это тоже является своего рода лечебным фактором воздействия для того, чтобы их улучшить настроение, самочувствие, в целом помочь справиться с недугами. Уже не первый год территорию областного госпиталя для ветеранов войн благоустраивают специалисты садового центра Веры Глуховой. В этот раз им помогают волонтеры. Саженцы, деревья, конечно, тут станет красивее. А еще, кстати, очень интересно, наши ребята узнали много нового. Госпиталь-то с богатой историей. Это единственный госпиталь, в котором представлено такое количество музейной техники, военной. Территории здесь 3 гектара, есть где погулять, особенно в хорошую, теплую весеннюю погоду. Здесь тюльпаны, смотрите, зацветут скоро. Здесь много плодовых яблонь, и здесь будет очень красиво. И вот это хорошее настроение поможет людям быстрее восстановиться. Теперь пространство для прогулок пациентов будут украшать туи, спиреи, кизильник. На очереди благоустройство Иверского монастыря и набережной. Камила Ткачева, Александр Рябченко, Вести, Самара.